Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. А сейчас лунный календарь для посева семян перца и баклажанов. И прошу не возмущаться тех, кто у нас уже рассаду пикирует. В связи с этой ситуацией в мире с пандемией, естественно, очень многие вернулись в свои где-то родительские дома, бабушкины, и понимают, что здесь сейчас нужно что-то делать, выращивать. И есть у нас подписчики и зрители, которые живут в теплых странах. У всех одинаковая ситуация. Что делать? Когда еще можно что сделать в апреле? А так как очень многие любят сладкий перец, баклажаны, и мы понимаем, что у нас идет смещение времен года, мы можем также ранние сорта в апреле месяце семена перца, баклажанов высевать на рассаду. Если рассада и хорошие условия, то можно получить рассаду к июню месяцу и высадить. Естественно, не в открытый грунт, ищем, делаем теплицы, какие-то укрытия по-другому. Просто-напросто в этом году нельзя будет вырастить любые овощи. И начнем этот календарь, напоминаю, время московское, апрель 2020 года. Первый хороший период для посева семян перца, кстати, и горького, и сладкого, и баклажанов, это 2 апреля с 0 часов до 19 часов. Такой короткий период в начале месяца, но если подготовиться, все это можно сделать. Затем будет полнолуние 8 апреля. И после полнолуния завершается, будет 2 дня сожженный путь полнолуния. И как раз по завершении этого космического события стрессового, 10 апреля Луна будет в Скорпионе. А это замечательное время для того, чтобы снова же посеять ранние сорта перца, баклажанов. Это можно будет сделать с 6 часов утра и до 22 часов. Ну и всегда это уже испытано не только мной, а испытано многими нашими участниками социальных сетей, которые с нами с 2013 года. Так вот, в течение недели после полнолуния мы всегда высаживаем и высеваем и вершки, и корешки. Только, конечно же, в хорошие плодородные знаки. Поэтому можем использовать еще время козерога. Здесь больше всего подходит для баклажанов, но можно и перец использовать. 13 апреля с 3 часов утра и до конца суток, и 14 апреля все 24 часа. Ну и в конце месяца есть еще тоже 2 периода, это время уже растущей Луны в знаке Рак, 28 апреля все 24 часа и 29 апреля до 20 часов. Вот это дают тем, даты вот эти, тем, кто собирается выращивать в теплицах для того, чтобы получать уже осенью урожай и до самих морозов поставлять свою овощную продукцию на рынки, в какие-то магазины. Так что вот обратите внимание, очень хорошее время 28 апреля и 29 апреля, но 29 апреля до 20 часов. Итак, был лунный календарь у нас сегодня, посвященный посеву семян сладкого перца и баклажанов. Гороскоп, астропрогноз, агропрогноз для дачников и для огородников, и для тех, кто решил в этом году только начать вот это важное дело для выращивания овощей для себя, для своей семьи. Всего вам доброго, крепкого здоровья и удачи вам!